группа джиу-джитсу, президент клуба Олег Кравда, второй этап по джиу-джитсу. Рижский клуб джиу-джитсу является региональным представительством Российской ассоциации боевых искусств. Сикай Джудокай, президент ассоциации Шихан Сергей Крутовских, шестой этап. Кроме изучения техники джиу-джитсу, в клубе идет активная подготовка спортсменов к соревнованиям. Спортсмены Рижского клуба джиу-джитсу успешно выступают на соревнованиях как в Латвии, так и за рубежом. Спортсмены Рижского клуба джиу-джитсу принимают участие в соревнованиях и по дзюдо, и полноконтактных турниров. Рижский клуб джиу-джитсу!